С 20 по 22 января в Омском велотреке прошли 5-е всероссийские соревнования по карате «Кубок Прииртышья». Турнир собрал рекордное количество участников – более 1600 спортсменов в возрасте старше 10 лет из 29 регионов. Успешного старта, отличных результатов в новом сезоне спортсменам пожелали генеральный секретарь Федерации карате России Антон Гаврилов и президент Омского союза карате Александр Окунев. Поддержать участников соревнования пришла большая группа почетных гостей. Омск доказал право на проведение хорошего уровня любых практически турниров. И так получается, что, мне кажется, это открытие и это начало турнира становится лучше, чем предыдущее. Я хочу, чтобы омичи так держали эту марку и каждый раз чуть прибавляли, хотя кажется, что уже прибавлять вроде некогда. В соревнованиях разыгрывалось 53 комплекта медалей. Спортсмены состязались в личных и командных номинациях. Омские каратисты успешно выступили в соревновании. Наши спортсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград. Я хорошо отработал чувство дистанции, чувство момента для атаки. Понял, что когда оппонент сближается, и он не понимает этого, я в эти моменты хорошо чувствую момент и понимаю, что надо бить. Решающий балл в финале я выиграл за счет выхода из дистанции клинча и быстрой атаки. Я очень рада, что у меня получилось выиграть в этих прекрасных соревнованиях. Получалось несколько серий ударов, как работа против встречи, работа на опережение. В итоге омичи заняли второе место в общем зачете. Лидировала команда Новосибирской области. Третий результат показали каратисты Алтайского края.